Привет всем! Привет, мои дорогие! Близятся новогодние праздники. Мы, как дети, сейчас получаем подарки, приятные сюрпризы. Меня тоже удивили. Я получила подарки эти. Передала мне их моя подписчица с Киева, Кристина. Кристинка, большое спасибо. От всей души очень приятно. Я еще не смотрела, что там. Мне передала эти подарки ее сестра. Она здесь у нас в Сумах живет. Ездила до сестры в Киев. И та попросила передать свою сестру мне подарки. Правда, ну, очень приятно. И как бы всегда это приятно, когда это сюрприз, и ты этого не ждешь. Вот. Ну, мы сейчас посмотрим, что там. Значит, пакет один большой, вот такой вот. Я слышу, что здесь что-то хлюпается. Я думаю, что здесь что-то с алкоголем, может быть, шампанское. И вот такой подарок. Вот такой пакетик. Сейчас мы посмотрим с вами. Сначала вот этом пакете что. Ну, я думаю, что здесь что-то хрупкое, потому что завернуто в пупырчатую пленочку такую. Так, чтобы не поломать это дело. Кристина, очень-очень большое спасибо. Я не знаю, что там, но мне уже приятно. Спасибо тебе большое. Тем более, когда ты этого вообще, ну, не ждал, не ожидал, и тебе позвонили, сказали, вам сюрприз. Это вообще как ребенок ждешь, знаете, такое. Состояние ребенка, вот правда. Ребята, новогодние игрушки. Сейчас я вам покажу на елочку новогодние игрушки. Так. Вот такая сова. Она вся переливается. Не знаю, сейчас будет видно или нет, но полностью вся переливается. Такая красивая. Ой, очень красивая сова. У меня, кстати, совы нету. У меня никогда не было совы на елочке. Обязательно повешу. Спасибо. Она такая вся переливается. Так, сова. Услышала, что я коллекционирую балерин, да? Смотрите, ребятки, какая красивенная балерина. Вот такая балерина. Я не знаю, с чего она сделана, ну, какой-то материал. Может быть, гипс? Нет, гипс тяжелый, это такое более легкое. Очень миленькая. У меня такой нету, кстати. Очень красивая балерина. Так. О, сова еще одна. Золотая. Это у меня будет все. Вот здесь мы повесим сейчас на елочку, на беленькую мою. Вот такая сова. Тоже. Очень красивая. Она такая самая, я думаю. Да, они одинаковые, просто одна золотая, одна белая, такая с блестками. Ой, Кристинка, спасибо. Так. Ангел. Вот такой вот ангел. Вот, сидит на подарке такой. И вот такой вот ангел. Сейчас сразу распечатаю. Наверное, такой самый. Сейчас посмотрим. А, нет, другой. Другой. Один со звездой в руках сидит, а второй... А второй сердечком. Вот такие два ангела. Тоже на елочку. Класс. Очень красивая, спасибо. Ой, вообще супер. Знаете, какие Деды Морозы классные. Санта-Клауса. Не Деды Морозы, а Санта-Клауса. Вот, смотрите. Ну, это гипсовый такой, тяжелый. Вот такой. Один Дед Мороз. Там два Деда Мороза, сейчас я вам покажу. Вернее, Санта-Клауса. Это Санта-Клаусы. Один с подарочком. Так. А второй у нас такой самый, что ли, сейчас гляну. Не, а второй такой конфетку в руках держит.
Вот, смотрите. Класс. Они разные. Вот. Вот такие вот, тяжелые они. Они на елку тяжелые. У меня такой кот висит, кума дарила. Он такой увесистый. Очень, очень красивые. Супер. У меня таких нету. Вообще класс. Так. Так, тут все. Ой, приятно вообще. Кристинка, спасибо большое. Так. Что-то маленькое в пакетике. Ага, это тени. Ой, вообще супер. Вот это бронза. У меня когда-то такие были. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот. L'Oréal. И вот такие вот зеленые. У меня, кстати, идут мне зеленые. Я пользуюсь зелеными тенями. У меня глаза карие-зеленые. Вот в середине там есть такое. У меня вообще не карие, как бы, но в середине есть такое немножко зеленого. И мне всегда идут зеленые тени. Всегда. Обалденные тени. У меня L'Oréal такие были когда-то. Сейчас я... Посмотрим. Так. Вот смотрите, как блестит. Они такие блестящие-блестящие. Класс. Как бронза. Прям блестят-блестят. Вообще супер. Спасибо большое. У меня там на исходе. На исходе, кстати, вот такие бронзовые. У меня уже надо было бы уже покупать. Так что, кстати, очень спасибо тебе большое за тени. Любая девочка будет рада такому подарку. Спасибо огромное. Так. Еще что-то здесь. Ой, класс. Это же год у нас кролика, да, ребятки, получается? Ну, это, наверное, муж и я. Вот таких на камушке два кролика. Они тяжелые, наверное, или гипсовые. Такие вот они. Как живые. Очень красивые, очень. Вот такие вот кролики. Или зайчики. Я не знаю, зайчики, наверное, да, или кролики. Спасибо большое. Сейчас поставлю в свою коллекцию статуэточек. Ой, вообще супер. Так, теперь здесь все. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Салфеточки новогодние. Ребята, вы не поверите. Я купила точно такие самые салфетки. Точно такие самые. У меня в салфетнице, смотрите, салфетки лежат. Вот точно такие самые. Вообще, а? Мысли сходятся, да? У родственных душ. Так, спасибо за салфетки. Салфетки всегда нужны. Класс, вино. Наверное, это вино, да? Вот такое вино, Фрателли. На Новый год выпьем. Так, вино ординарное, столовое, напив солодки, биле. Класс, Фрателли, спасибо большое. Так. И сладенькое до вина. Две шоколадочки. Черный шоколад. Пористый. Вот такие. Кристин, спасибо большое. Насколько приятно. Я же говорю, особенно, когда ты этого не ожидаешь. Очень приятно. Все очень красивое. Сейчас повешу все новогодние игрушечки, повешу на елку. Вообще супер. Мы дружим уже, общаемся давно. Вот, у нее собачка рожала, я помогала, консультировала ее. Потом
большой там длинный путь был после родовой, была послеродовая эклампсия, все как бы я помогала ей во всем. И спасибо большое за то, что ты выслала. На самом деле, как бы это очень приятно. Ну, я всегда всем говорю, как бы не стоило. Но все равно очень приятно. Очень приятно. Спасибо большое тебе за подарки. Вот, я и так бы без подарков, ты знаешь, всегда я отвечу. Если надо какие-то вопросы, я помогу тебе. Если все, что я знаю, я всегда помогу. Если есть какой-то вопрос такой, что я не знаю, я всегда говорю, до врача. Если я там вижу, что, ну, надо срочно до врача собаку, слышу то, что мне люди рассказывают, я лучше отправлю к врачу, и пускай лучше сделаются анализы все и проверить. То, что я знаю, я всегда помогу. Вот. Ну что, очень приятно, очень классные подарочки. Сейчас я вам сблизи это все дело покажу. Так, сейчас покажу вам сблизи. Смотрите, какие классные. Вообще супер. Обалденные. Деды Морозы. Да все красивое. Все новогодние игрушки. Каждая по-своему. Очень-очень красивая. Знаете, переливаются как. Сова. Это символ мудрости, да, ребятки? Сова. Вот такой Дед Мороз еще. Оно как и статуэточка, можно и ставить, а можно, вот видите, на елочку повесить. Вот такие вот тени. Одни такие, одни такие. Спасибо большое. Все очень красивое. Мне очень все нравится. Спасибо тебе большое, Кристинка. Спасибо за то, что ты... За то, что ты просто добрый человек. И ты сделала мне вот, как ребенку, очень приятные вещи. Мне очень-очень приятно. Так что звони, пиши. Такая балерина. Спасибо за балерину вообще. Я же собираю балерин, так что у меня такой нету. Спасибо большое. Очень красивая. Спасибо большое тебе за подарки еще раз. Вот. Ну что могу сказать. Пускай тебе 100 раз больше вернется. Пускай тебе Бог одарит своей благодатью в этом году. Пускай наконец-то закончится эта страшная война. Мы обязательно с тобой встретимся, увидимся. Я думаю, я приеду в Киев, или ты сюда приедешь до родственников. Я тебя всегда жду в гости. Приходи, обязательно встретимся. Поговорим, обнимемся. Мы поддержим друг друга. Вот с начала войны, как бы, мы постоянно на связи. Спасибо тебе большое за то, что ты человек. За то, что ты просто классный-классный человек. Спасибо. Ну что, дорогие мои, вот такие у меня сегодня вот такие сувенирчики, подарки до меня приехали. Я думаю, было бы любому человеку приятно так получить. И я вам каждому желаю, чтобы вы получили такие подарки к Новому году от своих родных, близких людей. Дорогие мои, всем пока. До новых встреч, до нового видео. Кому понравилось, ставьте вот так пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Будет еще очень много классных видео. И всем, дорогие мои, пока-пока.